Всем привет! Продолжаем Dead Space, первую часть. Альтернативные решения, я так понял, да, называется? Серия будет. Ладно, погнали. Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару челнока. Вам надо? Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ. Так, у нас что здесь есть? Ну, это мы здесь лазили, мы помним. В самом начале было. И смотрим, что у нас есть. Так, у нас, в принципе, ничего такого нет интересного. Погнали. Я в него попал. Прям четко. Зайдем. Ой, там кипиш и без меня. Нет ничего. Так, нам сюда. Здесь мы еще не были. В аккурат. Так, здесь станок. Хорошо. Ой, как накидано здесь все. Так, у нас заряжен. Что за нафиг сейчас был? Снова здоровая какая-то ерунда тут, да? Кошмарить нас будет. Так, что с этого вывалилось? 3000. Нормально. Топливо для огнемета нам не надо. Давайте заберем тут все. Да, еще там чемоданчик сзади лежит. Еще там. Ящик-то открыт. Так, и узел забираем. Ну все, теперь можно идти по заданию. Вернуть груз, да? А вот и обелиск. Доставка объекта 782. Необходим кинетический модуль для дальнейшей транспортировки. Не
Нет. Да что ж такое? Уходим отсюда. Это что-то новое. Нет. Так, оставим их. Да, как раз. Да, зараза такая. Так, давайте мы. Прибыл грузовой лифт. Обелиск хранится в ангаре. Теперь ты сможешь погрузить его в шаттл. Поспеши. Так, уходим, да? Отлично. Быстро мы тут. Я восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт, мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Ну, удачи. Так, нам сюда. Так, у нас аптечек мало. Какой длинный лифт. Ну, наконец-то. А здесь что? Все. Только кредиты были. Так, здесь сумки. Да, мы вернулись. Ой, ящичек. Ничего здесь нет?
Нет. Что происходит? Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Что за месиво было тут? Ну, вроде все. Отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Хорошо. Так, это что там? Ага, там пульты какие-то, да? Да, нам налево. Скорее всего, туда и отправляем. Стоп, что-то здесь было. О, там ящички. Надо будет сюда заглянуть. Зона невесомости. Так, там обелиск, скорее всего, по этим полозьям надо подвести его. Я хотел туда сначала сгонять. Что за ящик? На отшибе как-то лежит, может что-то интересное? Нет, ничего интересного. Это наш бывший корабль. Расколошматил тут все. Ну все, здесь больше ничего такого нет. Вот он. Я вижу кучу ящиков. О, прикольно. 1200. 1200. Хорошо, мы сюда заглянули. Ладно, погнали. То. Это еще что за... Чудовище летит. Это все? Они сюда все идут. Кстати, можно на Ишимуру посмотреть. Какая она огромная. Итак, нам не сюда. Нам сюда. Ну, там тоже ящички есть.
зараза маленькая. Пока простенькие. Давайте здесь сначала ящички посмотрим. Пригодится. Так нормально, прям кредитов мы набрали. Так, что у нас здесь? Нифига. Только на ту сторону. А вот он туда. Все, теперь переворачиваем. Да. Уже ко мне стремится, я так понял, да? Хорошо. Так, кстати, вон ящики еще есть. 3000. Замечательно. Пока подбираю не то, что мне надо. Все. Да где же вы? Ну, застрял там. Хорошо. О, подождите-ка. А здесь что у нас? О, тут ящички. Обычные ящики, обычные ящики. Больше ничего. Зона гравитации. Идет погрузка объекта 782. Он на борту. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим этот ужас. Ну погнали. На планету высаживаться будем. Ждите. Чего ждать? Почти не осталось. Мы должны стартовать. Стой, Амелия. Ты куда? Стой.
Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду 7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня, а вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. Ах, она, блин. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Извините, но она... Интересно, она жива или что? Или это плод нашего воображения? Так скажем, разум Роя? В голове создают подобные образы. Может, ее и видим, но... Делаем это мы, а это, допустим, не она. И говорит не она. А мы просто представляем, что она говорит. Ладно. Что за нафиг? Ах, сердечко же. Сдулось вроде бы. Дали 6 патронов всего. А потратил-то сколько? Айзек, это действительно ты? Я уж и не думала, что мы снова встретимся. Боже мой, мне так жаль. Прости за все, что я сделала. Я не хотела причинять тебе боль. Ты должен вернуть его обратно, Айз. Ты сможешь управлять челноком отсюда. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Точно. Скорее всего, не она это делает. Нам подсказывает сам общий разум, который подключен в наш мозг, сознание наше. И мы это делаем. Айзек, какого черта ты наделал? Ты совершаешь большую ошибку. Это еще не конец. Запущена капсула челнока USG-09. Повторяю, челнок выпустил капсулу. Это не важно. Ей не сбежать отсюда. Никому не сбежать. Он приближается. Я запрограммирую челнок, чтобы он летел к колонии. Цель близка. А теперь поспеши, садись в челнок. Я встречу тебя там.
Я не понял. Ага, вот он прибыл, челнок. Все? Да, все, открыта дверь. Я бы прикупил бы аптечек. И продал бы вот это все барахло. Ненужное. Там у нас плата полупроводниковая, надо ее продать. Неплохо выручим. Она, по-моему, бриллиантовая. Сейчас, секунду. Магазинчик. И где? Его здесь нет. Как там говорится? Да и хрен с ним. Полетели. Засада. Какие они резкие. Кстати, тот керик куда делся? Упал, что ли? Тело бренное. Упало. Все, мы отправляемся на планету. Верно, Айзек. И сейчас мы снова вместе, как это и должно было быть. Я знала, ты прилетишь за мной. Теперь нас ничто не остановит.